15 лет. Такой срок может получить югорчанин, который летом насмерть забил бездомного. Об этом рассказали сегодня в управлении Следственного комитета по Югре. В отношении 25-летнего жителя поселка Междуреченского завершили расследование уголовного дела. По версии следователей, обвиняемый совсем недавно освободился из мест лишения свободы. А 30 июля, будучи пьяным, избил мужчину без определенного места жительства. 15 ударов хватило, чтобы потерпевший скончался на месте. Югорчанина обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть. Материалы дела переданы в суд. Кроме этого, по данным следствия, обвиняемый уклонился от административного надзора, который был установлен в отношении него в связи с недавним освобождением из мест лишения свободы. В настоящее время расследование этого уголовного дела уже завершено, материалы дела переданы в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.